Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я преодолею все трудности на своем пути. Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что день для вас пройдет легко. Ну а теперь небесные послания на 18 декабря. Творческий подход. Мир полон необыкновенных возможностей. И ангелы-хранители все время преподносят их людям. Замечаете вы их или проходите мимо? Это уже другой вопрос. Но можно научиться замечать шансы, которые постоянно появляются в нашей жизни. Начните со смены ограничивающих мыслей. Позвольте себе видеть чуть дальше привычного. Не делайте больших шагов, идите не спеша, постепенно увеличивая горизонты и свое видение простора Вселенной. Думайте нестандартно, выходите за рамки своего обычного мышления, чтобы увидеть что-то новое и необычное. Вы начнете замечать возможности, которые на самом деле всегда рядом с вами. Будьте открыты и уверены, что Вселенная добра к нам и полна ресурсов. И тогда вы все чаще будете замечать подтверждение этому. И в течение всего дня обязательно повторяйте такие слова. Я умею быстро и легко найти решение в любой ситуации. Вот повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что вы обязательно сможете решить все свои вопросы наилучшим образом.